городе в 1928 году была выставка международного типа, вот Экспо современно. Ну и вот тут понастроили. И мы пришли посмотреть, тут смотровая площадка должна быть. Сейчас мы посмотрим, хороший вид какой-нибудь должен быть. Вот я через кусты вижу, там неплохо все смотрится. Брелки? Нет, я думаю, что в магазине надо покупать, не на улице. Мы не поддерживаем нелегальную торговлю, друзья. Идем мимо. Так. Okay, so, as you speak, о, красота! Посмотрите. Выставка должна была показать преимущество и вообще достоинство электрификации. И вот тот фонтан, который там впереди, он такой цветной, то есть там поющий фонтан. Вот, соответственно. Магнитики, брелочки. Ты что скажешь, Света? Красиво. Красиво. Очень красиво. Фонтан этот красивый. Да. Пойдем немножко дальше, пройдем. Это мелочь была, может бросить ему мелочь, чтобы не таскать, а? Enreda quasi come una donna, busca quasi come una donna e gioca quasi come una donna. Сейчас сбросим мелочь человеку. Gracias. Я в матио del seu Мы вели тут разговоры вот об этническом разнообразии или наоборот отсутствии разнообразия. Я сказал нашему гиду, что вот в Калифорнии, например, вообще в Америке, как-то ярче видно вот разные группы этнические. Он говорит, ты знаешь, говорит он, здесь много марокканцев и пакистанцев, но вот, скажем, марокканцев от испанцев, наверное, не все отличают, то есть они как-то так вписываются. И просто здесь другие группы, говорит он. Скажем, африканцев не так заметно. Света считает, что здесь самый хороший вид. Ну, мы практически центрально очень, да. И вон туда. Единственное, что эта камера у нас не позволяет наводить, как бы так, фокус менять. Смотрим, как есть. Вот. Вот как бы у нас такая эстрада получилась. Импровизированная. Вот люди сидят, слушают музыку. Мы отошли немножко в сторону. Находимся на той же площадочке, смотрим. Жить без любви не так уж просто. Да, но как на свете без любви прожить? Слова, может быть, я неправильно вспоминаю. Так. Так.
что. Мы посмотрим на красоту. Вы уже видите кое-что. Это гора Мунджуй, да? Да, в переводе означает еврейская гора. Мунджуй? Еврейская гора. В последние века здесь еврейское кладбище находилось. Ага. Все название Мунджуй. О, смотрите. Старый порт, район Барселоны, так где исторически селились барселонские рыбаки. В глубине Олимпийский порт, памятник Колумбу. Большая зеленая зона – это парк Сьютаделла. Угу. Парк, разбитый на месте бывшей крепости. Такое, цитадель. Да, такое название. Цитадель. Крепость. Вот. И от моря влево уходит готический квартал. Вот такой федеральный собор. Uh-huh. Это вот самая интересная часть старого города. Башни храма Святого Семейства. Uh-huh. Вот, видите, здесь там. И с другой стороны вид на порт. Видите, круизные корабли, самые большие. А вот, я, вот эти два? Это поменьше. Поменьше. А где? Это не круизный, вот этот круизный. Да. У World Trade Center. Да. Вот эти вот две канатки, видите, они приходят вон туда вниз. Наверное, для канатной дороги, да. Внизу. Хорошо. А потом есть еще так. Одна, которая а вот это здоровенный круиз. О, ничего себе. Здоровенный вот самый большой. Пошли смотреть. Здоровенные круизные лайнеры там такие стоят. Прям очень серьезно. Прям как... Это Symphony of the Sea. Это один из самых, там 5000 возят. Это вот Epic тоже не маленький, а это Symphony of the Sea, это огромные круизные корабли, видите? Народ прям так на травке, свободненько раскладывается. Так. Сувениры. Многие из них уже имеют для нас какой-то смысл, поскольку мы видели это все живьем. А брелок ты хотела посмотреть для внучки нашей. Вон там, смотри, там брелочки. Пошли посмотрим, какие есть брелочки. Ну, это не обязательно должно быть таким барселонским. Или она хотела именно барселонским? Нет, ну, у нас же будет в Испании вообще в целом. Ага, да, у нас... Моя задача купить то, что меньше весит. Вот барселонский вот хороший. Вот смотри, какой хороший. Вот. Вот это пишет. Давай, да, у нас внучка летом поедет в Испанию, она учит испанский язык, и они будут с проживанием в семьях. Ну, какой симпатичный, с хрюшками, как-то неприлично. Нет, это не надо. О, вот такой можно, слушай. Шикарно. Все, прям берем. А как она снимается? Сейчас снимем.